Все выходим, да? Все, пойдемте. Давай. Всем привет, друзья. Добрый ранок. 5 октября. Погода, солнышка нет, зато тепло. Правда. Позавчера, вчера было прохладнее. Сегодня утром теплее. Пойдемте посмотрим на лес. Поставили полностью по периметру. Не по периметру, а с этой стороны. Все столбики до конца забетонировали. Залили бетоном. Вот это Милка, наверное, да? Или Мэри. Чей-то след кто-то оставил. Это ж кому-то было интересно, кто это ходил. Как на Аллее Славы, да? Запечатлели. А, уже застыл. Привезли вчера доски. Вот такие. Будет сверху доска и снизу доска. А потом будет натягиваться сетка рабица. Все-таки классно жить в таком месте. Светлана посадила вчера вот со стороны леса. Ну, я даже не знаю, что это. Ну, вроде как смородина. Вчера мы вот там еще сажали. Хочется посмотреть на яму. Вот сюда таблетку вчера засыпал. А вы знаете, вот этот кустик, что я думал, что засох, ну, вроде начал оживать. Света поливает. Снова вчера были в городе. Напрягает уже. Город. Сил отбирает столько. Уже, вы знаете, уже мы стали сельскими жителями. Хорошо в селе, правда? Были вчера в городе. Светлана взяла насадку для шланга. Такую лопаточку себе. Одну, вторую. Какое-то удобрение взяла. Еще одно удобрение. А, это селитра. Точно, это для пеньков. Это не удобрение. А может, удобрение? Ну, вот как раз это для пеньков и пойдет. Такие ножницы взяла. Себе для огорода. Для ухода за огород. А, ну это переходник на шланг. Ну, в принципе, все. Розетка это была. Вернее, коробка. И покупки мы вчера делали. Сейчас Светуля уже будет. Кофе поставила? Молодец. Взяли еще вот такой воду, баклаху. Мишка у нас не может местную воду пить. Так что будет пить очищенную, привык в городе. Опа, опаля, кормежка. Мэри.
мило. Все на кормежку. Дай, пожалуйста, свою челку. Мэри, иди кушай. Мэри, иди сюда. Все, она уже что-то думает, что что-то будет делать. Иди. Ой, господи. На. Ставь ее. Надо же красоту сделать, Марюш. Ну, сейчас вся челка будет в этом, в корме. Ну, да. Лысая такая. Иди, кушай. Ну вот. Намного лучше, да? Завтра еще надо в парикмахерскую, в салон красоты съездить, подстричься в свой салон. Да, зарос уже. Уже будет третья стрижка здесь. Доброе утро. Доброе. Давайте. Ой, я голосом не совсем. Что-что? Давайте пить кофе. Давайте. Утренний кофе с Журавлевыми. Да, приглашаем. В какой руке? Рубрика «В какой руке?». У тебя, ну, ты хотя бы, ну так, мне интересно, когда две. Да давай, одну ложи. Так уже понятно. Я две руки положила. А, да? Ну ладно, давай. Доставай. Ты прислушаешься к шелесту бумажки? А все, уже зашелестело. Тут... Угадал. Простите. Еще пока нет. Это мы синее вчера так натянули. Оно, во-первых, солнце не так светит. Во-вторых, вроде как даже не так дует, да? Сидели здесь вчера, рассказывал. Свет выключали, пришлось такой фонарик. Да, вчера родители приезжали. С Сашей, да? Ага. Только они зашли. Вчера вообще со светом был апокалипсис. Целый день не было света. Только включат и раз выключают. Только они на порог свет выключили. Ну, хорошо был фонарик. Ну, вроде как ремонтировали, потому что... О, Мэри ко мне. Иди, залазь. Ты знаешь, я прозевала этот момент, но она, наверное, не кушала. Потому что она вообще выходила с тобой? Нет. Я пошла кофе. Нет, она дома была. Она сразу со мной вышла, когда я вышел утром. А потому что Мила села кушать со своей миски. Я, пить молоко, да? Мэри сразу отказалась кушать. Угу. Я пошла, чайник засвистел, я пошла варить кофе. Ну, я так потом заглядываю... Мэри нет. Как не было, так и нет. Но у Мэри подъедена еда с миски, понял? Да. Смотрю, у Милы недоедена, почти вся целая. Ну, есть, да? И выпито молоко. Она, наверное, свое ела, а потом переключилась на Мэрину миску. Думает, что я, свое я могу себе оставить. В любой момент съесть, да? Ну, факт тот, что Мила уже сидела на пороге, а миски подъедены и та, ну, не знаю, короче говоря. Мэри, ты не чё, завтракала? Ты что трусишься? Замерзла. Подстриженная. Тебе принести кофту. Слышишь, пишут, говорит, купите Мэри какую-то одежду, она да будет мерзнуть. У нее гардероб, друзья, больше, чем у меня. Да ладно, говорит. Мы и покупали ей одежду, и бабушка шила много. У нее есть и балоневые курточки, и даже мутоновые, шуба у нее есть. А, у Мэри гардеробчик, нефиг делать. Да, Марюш? Это уже все, наверное, уже до весны стричь не будем. Будет отрастать, и как раз к зиме будет нормальное у нее. Сейчас мерзнет, под одеяло лезет.
Запускали мы проверочный котел. Обогрев с насосом батареи у нас нагревается в течение 15-20 минут. Ну, я ставил. Вот, курточка у нее такая. Это бабушка пошила ей. Это бабушка, да? Ага. Я ставил на второе положение котел. 60 градусов и отбрасывает. До утра работала. В домике тепло. Дом небольшой. Обогревается быстро. И котел экономный. Нагрел, раз выключился. Потом чуть от температуры опустилась, раз включился. Да, сейчас большой дом попробую обогрей. Да ну. Я думаю, что вот это нам достаточно. В Мишке комната есть, у нас есть. Сейчас еще сделаем еще одну комнату. Да, будет красота. Все. А ну, Мариш, покажись. Вот такая у нас, видите она? Все. Все. Теперь тебе не холодно. Все. Так что у нее одежды хватает. И на зиму есть, и на дождь есть. Сейчас покажу. Вот, опять, а она ко мне, видишь? Хочет к тебе. Да, она. На ручки. Сейчас, давай. Какие у тебя планы на сегодня, Светлана Александровна? Полить растения, которые... Нет, я показывал, кстати, твои приспособления, что я себе купила. А на шланг. Этот, в магазине купила секатор. Хорошо, хоть не обрезала ничем. Понял? Угу. Ну, понятно. Там можно было и лопатой рубануть. Ну, то уже тот такой момент. Там же Оксана написала, что там была ожина. Ожина. Мы ж такие с тобой садоогородники. Сильно ж не понимаем. И мы, видно, туда высадили. Но я пойду ее найду, ту ожину, созвонюсь с Оксаной. Угу. Посмотрю в интернете, какие там листочки. Я думала просто, ну знаешь, такая малина и такая уже малина. Я ж не знаю. А ее отдельно нужно, да? Она, я так поняла, ожину надо посадить возле забора. И я думаю, что вот этот сетку-рабицу как-то натянут. Ага. И я там в пролетике, ну, с той стороны, мы выкопаем ямку и посадим. И она будет этот самый плестись на забор и будет нормально. Ну, как бы это, ничего страшного не произошло. Ну, пересадим. Ну, да. Я, наверное, тоже. У меня рука уже почти... зажила, уже нормально. Сегодня буду дальше продолжать, вот там за домом. Расчищать, да? Да, расчищать полностью от того кустарника, от того язя, чтобы было, чтобы дом дышалось. Огромное спасибо, друзья, вам за ваши подсказки, за ваши поддержки, за ваши посылки, за то, что высылаете нам. Еще посылка нам едет. За ваше общение. За ваше общение. Очень нам приятно. Мы каждый день, вот у нас каждый день, а что написала Оксана? Мы уже вас знаем по именам, вот подписчиков, правда, Света говорит, а это вот комментирует, а это вот так комментирует, а как написала Юля, а как написала Оксана, а что ну, говорит а то? А может это неправильно, да, там, ой, Юра, да я и то неправильно сделала, и то неправильно сделала, надо переделать, ну вот откуда бы я знала, что я там неправильно это посадила? Ну да? Конечно, не-не-не, друзья, обязательно пишите, обязательно общайтесь, обязательно комментируйте, правда. Огромное, преогромное благодарность всем людям, которые помогают нашей семье материально. Мы вчера в город ездили, в принципе, основная была задача, это кредит взять Мишке на мототехнику, потому что пешком здесь абсолютно нереально. Мы живем вообще на отшибе, возле леса здесь, ему в центр ходить, наверное, километра, да я знаю, километра 4-5, это точно. Нет, больше. Больше даже? Ну вот даже больше. Вот представляете, пацан, каждый день туда 5 и обратно, ему же интересно общаться. Так что мототехника нужна ему однозначно. Ну нам вроде как одобрили, вроде с понедельника у нас все срастется, так что Мишка будет с техникой. Ну а что? Я думаю, это первостепенная нужная вещь, остальное все как-то. Родители, если позвонили, Миша там, Миша раз и уже там,
А так бабушка вчера приехали же с дедушкой. Он до них даже пешком каждый день, ну, ходил и вечером всегда заходил до бабушки с дедушкой. А вчера звонит, а спрашивает, Анинка же, внучек, мы ж у тебя был в гостях. А он к ним пришел? А он к ним, да. А, и, ну, понятно, что, ну, как без транспорта ему никак. Ну, я думаю, кредитная история у нас хорошая. Пообещали, одобрили. Потихоньку с Божьей помощью отдадим. Добра, здоровья вам, удачи. И самое главное, спокойного и мирного неба. Всех ценим, любим и уважаем. Ваши Журавлёвы.